Вместе с выходными к нам придет долгожданное потепление. 16 июня в Сарове малооблачно. Утром плюс 11, днем воздух погреется до 20 градусов тепла. Ночью плюс 10. Ветер северный до 3 метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба. В Нижнем Новгороде ясно. Утром плюс 12, днем столбики термометров поднимутся до плюс 20. Ночью плюс 9. Ветер северный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба. В столице солнечно. Утром плюс 10, днем до 21 градуса тепла. Ночью плюс 12. Ветер восточный до 4 метров в секунду. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.